Элита Артсплюй Продакшн представляет. С медалькой и при такой доминации этого хватает. В свою очередь, имперцы, они наблюдают за ними. То есть мы видим то, что периодически бегают. Они будут драться. Летит Резоль. Здесь стоят центри. Тут стоит Варту, MVP Феникс. MVP будут сейчас все видеть. Вот в смоке заходит имперцы. MVP не знает об этом, но Фэби палит смоук слишком рано. Поехали шарды. Пошла драка. Алоха должен вкатываться вместо с кем-то. Алоха хотя бы кого-то должен засейвить. Алоха прячется только сейчас. АМ в драку очень серьезно вошел. Но Бэйн уже мертв. Алоха вкатывается только сейчас. Сайлент без маны уходит. Сейчас Сайлент. Нац погибает от зомби. И Тамба очень круто стоит. Марша должны развалить. Минус 3 уже. Файбэк сделал марш. Фэби тоже погибает. Его Резоль забрал. Фуэ не дерется до конца, но под тобой тяжело ему драться. Алоха не туда. Но ультракилл делает Тамба. Рошан стоит. Марш пришел в драку. Топчет людей. Марш. Резоль дерется с ним. Урна на Резоля. Резоль продолжает бить. Два байбека. Сайлент забрал Рошана. Марш. Атал толкает Резоля, но погибает тут же. Марш. Минус 5. Боже, что вообще происходит? Дайте мне подышать, пожалуйста. Я хочу сказать только одно, товарищи. Вот она, та самая Тамба. Просто Тамба на ХГ в районе Рошана. Она стояла весь бой и убивала вражескую команду. Все, что осталось сделать Empire, это выжить.